кариес после снятия брекетов. Друзья, сегодня мы развеем миф о том, что во время ношения или после снятия брекет-систем возникает кариес. Так вот, это ошибочное мнение. Кариес может появиться только при некачественной чистке зубов. Брекет фиксируется на середину зуба, и под ним скапливается большое количество налета. К сожалению, из-за недостаточной гигиены в пришеечной области и неправильной техники чистки зубов, это может привести к пришеечному кариесу. Мы провели лечение с применением дентальной оптики, которая позволяет не затрагивать здоровую эмаль и на 100% убрать ткани, пораженные кариесом. Сложность данного лечения заключается в изоляции, то есть в сухости рабочего поля. Поэтому у нас у докторов имеется в арсенале специальная ретракционная нить, которую мы прокладываем под десну, а после лечения извлекаем. Также имеются металлические зажимы для удержания, для фиксации платка и сам платок. Вы видите фото результата, финишное фото после полировки. Такие реставрации могут прослужить 7-10 лет обладателю при должном уходе. Нашему пациенту мы провели гигиенический тренинг, чтобы улучшить качество домашней чистки зубов. Друзья, не забывайте раз в полгода посещать стоматолога. Будьте здоровы! До новых встреч!